Ніння! А по слухам? Чё по слухам? Ну, в смысле, гвардия. Ориентировочные какие-то. Ну, у тебя вообще есть представление, о чем говорит? Это Тау, выйдут гвардии, выйдет Демонкин, никогда не выйдет, ХСМ никогда не выйдет, никто никогда не выйдет. Все сосут и все. Так? Вы посмотрели выпуск новостей. Добро пожаловать в студию The False Emperor. В эфире новости. У нас, как всегда, в студии Андрей Журавлев и Лисиник. Сегодня в выпуске нам расскажет сразу Андрей, собственно, все, что у нас будет сегодня. Сегодня в выпуске Age of Sigmar. Все то же самое. Все то же самое. Да. ГВ выпускает новые красочки для аэрографии. Оу. В старых баночках. ГВ не надо. Forge World выпускает красную книгу Army List для всех механиков из 30К. В красную книгу занесли их уже. Да. Также зарелизили Engine Zero местного техприста и ему помощников Автоматон. И чувака на толчке. Для рыцарей. Для совсем уж пафосных ребят, которые хотят потратить немеренное количество денег. Чем нет? Курс не будем говорить. Ну, не особо поменялся. Курс, ну ладно, да. Вниз пошел даже. Да, вниз пошел. И слухи, слухов дофига, как всегда. Как всегда ни о чем, как всегда вы их все слышали, как всегда боль и страдания для ХСР. И сегодня у нас будет журналистское расследование от Андрея. Скандал, интриги, интриги, расследования, да, обязательно. Давай расскажем про, собственно, Sigmar, коротенько. Значит, там твои эти самые... Влажные мечты. Влажные мечты. Не текут. Да. Ну, короче, значит, выпустили, наконец-то, главную монстру для Stormcast Eternals. Это главный чувак, самый первый вот этот Stormcast Eternal. Я не помню, как его зовут, по-моему, его никак не зовут. Короче, просто альфач местный. И его главная особенность в том, что у него целый Галмарас с собой. Это, я напомню, собственно, наш Вархаммер. Это вот этот молоточек, который висит на всех старых рулбуках. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Вот, в общем, знаковое. Это, короче, молот Сигмара, на самом деле. Отобрал он у кого-то там. Да, нашел он его где-то там. Хаоситы, по-моему, держали там какие-то долгое время. Он пришел, сказал, нет, это мое. Да, ну, короче, как всегда, пришел, всех обул. Минечка, что сказать про Минечку? Ну, пафосная, дико пафосная Минечка, типа Нагаша, только раза в три некрасивее, чем Нагаша. И дешевле. Да, и дешевле, что. Но не в три раза, да. Но не в три раза, да. Эх. Вот. Что сказать про Минечку? Кроме того, что у нее дико классный плащ и там целых два плаща, на самом деле. Плащ и крылья. Больше мне сказать не о чем. Я бы взял от него плащ и крылья, и просто для любого героя, особенно Бладов, просто вообще шикарно зайдет. Вот. Но все остальное ниже критики, потому что сам вот этот Stormcast Eternal, он, ну, мне не понравился. Я посмотрел, покрутил, что-то он не очень. Из интересного, в наборе целых два Галмараза, оба для правой руки. Вот. И два скипетра. Один пиратский копия. Да, и оба для левых. То есть довольно странное решение, что ты даже не можешь поменять их там местами, там взять два Галмараза, например. Что было бы довольно круто. Вот. Но я думаю, сумеют сделать из правого левой руки. Да. Это ж молот все-таки. Не руль. Вот. Вот. Замечательные истории Галмараза на этом заканчиваются. Вот. Он такой, как елка такая стоит, на самом деле, то есть, ну, не очень. Вот. Следующее по АОСу тоже планируется, еще будет еще одна следующая неделя. Вот. Да, это печально, мы уже все не можем. Мы уже не знаем, что рассказывать, ГВ уже просто бесится с жиру. Вот. Остались еще крылатые чуваки, prosecutors, так называемые это. Крылатые. Вот, это как минимум. От них тоже сангвиний потечет? Я не знаю, вряд ли. Что-то, мне кажется, закончилось период течки в сангвинии. Да, на этом закончилось. Ты смотришь на цены и как-то так... Все сохнет. Да, нет, что-то как-то не то. Вот. Короче, далее. ГВ выпустил замечательные красочки для аэрографии в своих долбанных этих баночках. Я вот не понял вообще вот этого прикола. Какой-то сложный прикол, честно сказать, потому что вот
вот эта баночка, ну вы знаете, да, баночка ГВшной красочки, и для аэрографа. А вот теперь вот, вот представьте, вот где баночка и как вот, где вот жидкость для аэрографа. Ты вот так вот делаешь, у тебя все вот... Потому что... Это чтобы больше красок покупали. Ну, наверное, ну как бы баночка и для кисточки-то дико неудобная. А уж как ей пользоваться для аэрографии, я вообще не представляю. Честно сказать, самое странное решение. Краска сама по себе довольно жидкая должна быть для аэрографа. Как ее оттуда как-то макать, то есть, ну... Честно сказать, я совершенно... Я думаю, они в стиле Apple какой-нибудь переходник за кучу рублей придумали. Слушай, кстати... Как у них вилы, да, это самое, ВГшные, всех один, у них... Нет, свой переходничок покупай, чтобы втыкать нормальный монитор. Слушай, знаете, такое? Люди еще даже не сделали переходник с 25 до 32 миллиметров подставочкой, а ты уж ходишь такую просто... Ну, бизнес-модель хорошая. Да, бизнес-модель хорошая, но, как всегда, не про них. Вот, в разделе 40К, как всегда, летают эти перекати-поля, но и продолжают появляться различные деформации бесполезные, которые уже все понимают, господи, ГВ, ну что ты делаешь, ну хватит нас дразнить-то тут, а? Вот, на этой неделе вышли темные эльдары, формация темных эльдар. Понятно. Да. Вот. Может, там мальчик сидит какой-то и типа нет релиза, а ему сказали, ну вот давай, занимайся, короче, придумывай типа, задание. Есть, да. Он сидит там на одноклассниках, что-то там ВК-шечку проверяет, периодически выкладывает. Вот. Поэтому вот так, да. У ГВ сейчас все очень довольно скучно, потому что идет этот Сигмар. И нету от него никакого спасения. Еще фиг знает, сколько от него еще не будет спасения. Блин, ну уже сентябрь, но уже хочется что-то, я не знаю, такого. Это знаете, вот как вот реально сравнивали, да, вот мы писали как наркоманы. А, весной вспомним, да, как нам ГВ. На, ешь, ешь. Мы такие, нет, не хватит, ГВ, хватит, хватит. А сейчас такие, слышь, ГВ, есть что? ГВ, ну пожалуйста. Ну не знаю, говори за себя, мне нормально вообще. Я до сих пор еще нету обзора ни Space Marine'ов, ни Dark'ов. С Space Marine'ами, кстати, ситуация улучшается. Как видите, все на мази уже. По Dark'ам еще не знаю. Вот. И коробка Age of Sigmar пришла. В общем, работа до хрена еще, если ГВ будет спокойненько сейчас там, тормозить, мне окей. Ладно, что там у нас? Форжа, да, у нас? Форжа, следующая, да. Форжа, это выпустили наконец-то книгу для... общую книгу для правил на механиках. Ну, это те книжки как маленькие, где типа все собрано, да, и да, вот эти да, огромные. Да. Дело в том, что, собственно говоря, у механиков нет отдельного листа, все их юниты раскиданы по всем книгам, вот эта ересь. И чтобы их не покупать все и не таскать с собой, да, эти библиотеку, ты просто берешь красный лист, вот эту, как красную книгу, да, она там относительно тоненькая, да, там все собрано. Кстати, там вроде как народ посмотрел, вынюхал. Есть правила на новые юниты, в частности на Ординатус, вот этот, который мы видели с Forge World, гигантская такая бундервафля. Вот, вроде как на нее там даже есть правила. Которая убийца титанов, по-моему, стоит? Да. Ну вот, посмотрим, правда или нет, ну должно скоро утечь в сеть. Вот, и на фоне этого выпустили, соответственно, техприста такого энджинсира, как там, макро, энджин, что-то такое, короче, очередной прист. Опять же, мы все это видели на Open Day, вот, к нему набор сервиторов, вот, тоже это все видели. Ну и пилот Кнайта, альтернативная версия, тоже все видели, что там говорит, сидит на толчке, да, парень. Но это чисто так, для хоббистов, моделистов. По Форже все, к сожалению, сегодняшнюю превьюшку мы не видели еще, сегодняшней неделе, поэтому что там будет на следующей, мы не знаем. Ну опять же, да, в следующий раз расскажем. Да, в следующий раз расскажем. Вот. И, пожалуй, на этом все с релизами. Вот, мы переходим в сентябрь, и мы переходим к слухам. Да. Вот, собственно, самих слухов тоже не так уж и много, на самом деле, на этой неделе. Вот, ну, новых, во всяком случае, таких неожиданных и интересных. Но... Как меняется информация. Да-да, информация меняется, и тут вот всплывает как раз уже такая подковерная грязня слухачей, потому что сейчас как раз вот такой период, когда все жаждут слухов и начинают каждый кто во что гораст. Типа, нет у меня слухи лучше, нет у меня слухи лучше, да мои слухи тебе в рот не влезут. Вот.
И я, собственно, расскажу такую небольшую преамбулу, значит, такую историю. Если вы следите за слухами, особенно если вы сами их черпаете с западных форумов, вы знаете, что есть такая леди Эйша, Атия, как вы знаете, вот. Это такой поставщик слухов. Неизвестно как, но он, она, опять же, тоже неизвестно. И это главное, да? Да, да, это вообще самое интересное. Мякотка. Да. Вот. Ну, мы будем исследовать этот вопрос далее, он или она. Вот. Но касательно слухов. Дело в том, что она, вот эта вот персона, всплыла где-то как раз весной. И всплыла на форуме Bolter & Chainsword. Собственно, форум, на котором люди обычно собираются и постят всякие такие слухи там, сливают правила и все такое. Она там модератор, собственно говоря. Вот. И началась у нее такая cool story с весны, когда был вот этот поток релизов. Она начала, короче, постить фоточки правил. И так как на том форуме сначала это так спустя рукава смотрели, и все оттуда брали первые слухи, то потом, короче, администрация забанила вот эту возможность и саму вот эту саму модератор на определенный срок. И потом у нас не было фоточек с Bolter & Chainsword. Мы искали их там в других различных источниках. И потом она, короче говоря, начала периодически появляться на влоге у Навки. 10-12, ну, этот блог все тоже знаете. Она, короче, там начала постить в комментах. И в комментах там, как правило, как раз начинался срач такой между слухачами. Типа, нет, да это неправда, вот это гонишь и все такое. Вот. И при этом она выбирала такую хитрую тактику, она вслух рассказала не до конца. Вот. А в итоге весна плавно перетекла в лето, и начался релиз Age of Sigmar. И, собственно говоря, весь релиз Age of Sigmar, который вы видели, большая часть всего, что вы видели из слухов, это как раз были слухи и сливы фоточек от нее, в частности, из ее твиттера, который она запилила. Вот. Но долго такой твиттер со сливами не продержался, и его, короче говоря, выпилили, потому что, ну, как нарушает какие-то там права, ну, ну, короче, вы знаете. Вот, большой брат следит за нами. Yeah. И она снова вернулась, собственно говоря, на Bolter & Chainsword, и сейчас, в общем-то, сидит там и пилит оттуда слухи такие по 40к. Но для Age of Sigmar она запилила себе отдельный свой блог с блэкджеком и слухами. Для Age of Sigmar вот прям. Сейчас слухи оскорбляют. Слушай, а? Цензура на цензуре. Короче, ладно, надеюсь, слухи, извините. Надеюсь, они не подадут на меня в суд. Так. Ладно. У нее отдельный блог. Да, у нее отдельный блог, где она, собственно говоря, постит, ну, там, в частности, иногда слухи по 40к, но в основном по Age of Sigmar. Вот, и тут, короче, когда начался вот этот слив слухов про Horus Heresy в пластике, короче говоря, начался такой небольшой срач между форумами, еще и Bell of Lost Souls, Bowls, так называемый, который вы тоже, в принципе, знаете, довольно крупный такой портал. И вот начался срач, что типа, да они все звездят, да это вообще неправда, это типа они короче говоря, слухачи у друг у друга, короче говоря, начинают пересчитывать типа моменты, когда кто когда ошибся. Типа, да вот сейчас мы еще все еще ждем сестер, типа они там на звездели, да, вот мы еще все еще ждем собак Хорна в пластике, которых что-то я не вижу. И, короче говоря, начинается у них такая перепалка замечательная. Вот. Тут же, собственно говоря, вылазят слухи о Horus Heresy 30к. Уточняют слухи, что называется эта игра типа Betrayal at the Cult, как вот эта какая-то планета в системе Ультрамар, где, собственно, происходила часть битв Ультрашей. Да, Ультрашей, да, и несущих слова. Вот. Ну, особо новых слухов на эту тему нет. Там все так же. Это единственное уточнение, что это будет не квадратная ориентированная игра, да, как Ascensionorum, да, Force. Она там была квадратиками. Здесь вроде как будет гексовая система. Вот. И причем там будет кубик D6 с какими-то кастомными символами. То есть будет. Хардкорный варгейм. Да, будет происходить какая-то фигня такая. Ну, посмотрим, что там будет. Как бы слухов, опять же, много. Опять же, с утра появились тоже слухи о том, что
будет совместный вот этот релиз, что вот это выйдет коробка, и после этой коробки начнутся выходить вот эти отдельные коробки в пластике, типа там обычные морячки в этой броне, Contemporary Dreadnought, катафракты, терминаторы, ну, yes. ну, вся вот эта жвачка, которую мы все жуем, все аж с начала года. Вот. Это что касается Horus Heresy, вроде как ничего особенного там, больше новых слухов нет. Это все еще октябрь и где-то далее там. То есть слухи такие. Следующая животрепещущая тема, ну не как живо, ну это значит релиз Tau. Да, мы слышали, значит, у Tau будет забили два новых костюма. Вот, запилят им два новых костюма, один будет для командера, один будет примерно как чуть больше рептайда, еще один будет вроде как чуть меньше, чем рептайд. В скольких рептайдах мерить, я не знаю. Вот. 0,75 рептайда. Из одного. Вот. Говорят, что релиз у них будет чуть больше, чем вот этот вот недельный релиз у старых кодексов, да, которые релиз там некронов, типа, да, вот дарков. То есть там будет чуть побольше. Ориентировочные сроки релиза где-то конец сентября, начало октября. Более того, да, мы уже видели флайер приглашения на Open Day, который будет в октябре, в середине октября, с 17 по 18. Это очередной релиз, где Forge World будет показывать все свои новинки. Также есть подозрение, что именно на этом Open Day будет и представлена вот эта игра Horus Heresy пластики. Ну, типа форжа, типа 30 грамм. Ну, будем посмотреть, что называется. Ну и самая даже еще более животрепещущая, чем эта животрепещущая тема, это появившийся слух о релизе Astra Militarum. Плохо пацанам живется. Что бы вы думали, для кого? Надо обновить срочно. Действительно, не особо вот. Это самое подходит под нынешнюю редакцию. Это А. Да, вот, как ты. Нету этих самых. Дата-слейтов нет. Дата-слейтов нет, мы эти формации. Как так-то живут пацаны вообще? Понятно. Да, не то что ХСМ, у них и дата-слейты теперь есть свои собственные. Видишь, какие новые? И миссия есть. Преамбула к этому всему. Вот помните, да, рекламная пауза. У меня есть телефон жопа называется. Вот он китайский телефон жопа. Вот, с ним интересные вещи. У сестры не заряжался, оказалось, что ход расшатался. Я поясню, да, у жопы сестры расшатался вход. Вот, а у меня от этих слухов жопа треснула. Я не шучу, она сегодня треснула, потому что ну просто невозможно это терпеть. Количество сексуальных шуточек просто зашкаливает. Просто до жопы. Да, просто до жопы. Хороший телефон, он приносит в это в жизнь какую-то такую перчинку. Жопа приносит перчинку. Перчинку, да. У меня уже жопа горит, честно скажу. В общем, так вот, самая интересная часть то, что слухи эти довольно паленые. В том смысле, что вся эта фигня. И Astra Militarum выйдет еще не очень скоро, потому что непонятно, в какой там таймслот их пихать. И более того, Astra Militarum, как мы знаем, это самый последний кодекс шестерки, который вышел буквально за месяц, по-моему, или даже чуть меньше, до седьмой редакции. Да, это последний кодекс шестой редакции. Поэтому он максимально обновленный в смысле правил, но единственное, у него нету дата слейт своих. Все, это единственное, как бы его отличие. Поэтому, ну, может быть, если и случится, но это чисто вот такой недельный релиз, быстренько новый кодекс вышвырнем и вот так. Ну, там, как бы напомню, что у нас в обойме еще ХСМ внезапно, Демон Кин внезапно, просто Хаос Демоны, Тираниды, да. Ну, ладно, сестры Инквизиции оставим, да, на сладкое. Вот, да, и только потом Astra Militarum. Вот такие вот слухи на этой неделе. Новостей комьюнити у нас тоже никаких нет. Что-то тишина какая-то. Все, видимо, готовятся к учебному году. Да. Я тут в субботу с работы ехал. Просто столько народу из Москвы едет. Видимо, закупались там по полной. Вот, по турнирчикам, как я говорил, в эту субботу у нас будет обучающее. Если хотите, пишите вот на эту почту. Научу, как играть в Вархаммер. И в воскресенье антитурнир.
который Алексей мне посоветовал, у калужцев калужан, стащить. Мы стащили, вроде как, даже зашло. Пользуется популярностью, да, народ приходит, там приносишь сколько хочешь, 1000, 1250, полторашку до 1850, с собой разные ростеры, и с кем хочешь играешь. Просто игровой ивент. Да, просто играете. Как бы ты в клубе, и тебе поставляются разные оппоненты. Без повердрочи. Да, без повердрочи. Не хочешь, не драйся. Не драйся. Вот. И что я хотел еще рассказать насчет вот крутых моделек. Это воскресенье у нас был парник, куда пришли парни с 30К. Там был сам Хорус, который вел своих сынов. Ты видел, как он пал? Я был там. Я видел, как он три раза пал подряд. Короче, они заняли последнее место. Вот, и Хорус там как только не пал, да? Бедняга, вот. Когда они такие, можно мы придем на 30-ку? Я говорю, ну там у вас хоть это не очень поверто. Они говорят, да не, нормально там, и, короче. Действительно нормально, в общем, без проблем там. Короче, все... икона хаоса насасывается просто. Вообще жесть какая-то. Ничего не мог? Все вы в папку. Причем стоит что-то 500 очей, 6 ран, там, 3 инвуль, 2 плюс армор, там какая-то жесть. Да. Вот. Да, наверное, о турнирах все. Переходим к новостям проекта. Аж какие у нас новости проекта? Мы... Дови. Дови, кстати, да, Дови. Хотим... Ну, короче, знаете, есть Довик 2. Есть, конечно, Довик 1. Но есть Довик 2. Есть адепты первого, есть адепты второго. Но суть в том, что, знаешь, там, типа, какой Довик 2? А вот мне лично нравится больше второй, чем первый. Первый какой-то... Это такая обычная, по-моему, стратегия со строительством, там, с... Ну, точки занимаешь. Я с ним не общаюсь. Мне тоже первый больше нравится. Хорошо, хорошо. Но мне нравится реально второй, потому что вот что-то такое было совершенно особенное. То есть, там, обычный StarCraft в первом. А здесь как-то по-другому все. В общем... О чем новость-то? Мы хотим попробовать выкладывать репортики такие, подснимать матчи, комментировать. Ну, как не что-то такое прямо, типа, сейчас у нас будет целый канал, а как это называется, в учебе-то. Конкурент уже потирает ручки, наконец-то канал скатывает, это сраное говно. Домик! Две раз ты был. Нет, ну реально прикольная игра, почему не показывать. Матчи интересные, я смотрел, очень мало было по ним соревнований, мало репортов. А реально, вот на хорошем уровне там настолько интересно смотреть. И здесь, конечно, важно найти, есть ли у нас вообще игроки, которые сейчас... Ну, я могу сказать, что игроков на самом деле желающих хватает. Собственно говоря, сейчас запилим лигу отборочные, там туда-сюда посмотрим, чего способны. Более того, даже я разговаривал, кажется, на эту тему со Староком, он, в общем-то, согласен на эту тему тащить площадку, да, своего клуба, чтобы там. У него, собственно говоря, у них как раз проходит лан-пати. Да, лан-пати каждую, да, пятницу. И вот на этой платформе, типа. Возвращение в 90-е. Ну да, да. В общем. Пишите, вам самим интересно будет смотреть репортики. Вот у меня на канале на другом, где точка Чарли, есть несколько записей, где я нубасил за разные расы. Можете посмотреть, как интересно, нет. Вот. Далее мы снимаем всякое говно. Ну, в относительно ближайшее время, наверное. Space Mare, Dark Key, Age of Sigmar, материалов много или нет, не знаем, будет, потому что вот Андрей уже тошнит от него, коробка только пришла, он говорит, я уже к этому времени все, да, совершенно, да. У меня уже перегорел вообще идет. Вот так, да. А, вот, но все-таки то, что обзор, там, первая партия обучающая, это мы все запишем, а там посмотрим. Если вы видели... Не дай бог, мне понравится. Если вы видели новость про то, как идут поисковые запросы по Сигмару, там типа был, когда стартер вышел, типа оп, а потом все с релизами пик такой был, да. Ушло в попу, типа не особо интересно. Я разговаривал с командартом, говорит, тоже, да, раскупили стартеры, потом типа наборы эти, не особо интересно. Там еще немножко связано с спецификой российского бизнеса, потому что к нам все это, ну, вот коробка только пришла. Ну да, то есть по российскому, в принципе, судить не особо можно, но даже они все равно подтверждают вот этот вот формат, который, собственно,
рассказывают, то как, ну, это довольно, на самом деле, очевидные вещи про Age of Sigmar, потому что не работает вот эта схема ГВ, которая сейчас выбирает, это такие вот плотные релизы, да, то есть это вот там вот нам пихали 40к, да, то есть когда вот оно идет вот так вот плотно, вот без перерывов, оно очень быстро приедается, и мне кажется, покупательная способность людей, в принципе, в таком формате быстро угасает, типа... Ну вот купил я стартер, вот, да? Что-то новенькое первое вот взял, да, вкусно, а потом... И там вкусно, и там вкусно, и чувствуешь себя вот за новогодним столом, вот ты вот уже поел там салатиков, а сейчас еще горячее, а после горячего еще там десерт, а потом еще и побухать бы, может, неплохо, а ты сидишь, у тебя салатик, понимаешь, ты уже готов в него упасть лицом. И вот это вот ощущение очень плохое, и вот ГВ его культивирует почему-то, да, не знаю почему. Да. Ну и все же нужно время на то, чтобы собрать, покрасить там, да. А да. Были времена, когда волнами это все выходило. Два кодекса в год. Да. Ну тоже, и ты с крайности вот в крайность бросаешь. Вот чертовские времена были, ужас. Ненавижу. И курс по заполтинничек был. Не, вот в прошлое возвращаться вот в этом смысле тоже не стоит, я считаю. Не знаю, я бы курс вернул. Ты еще хочешь ждать орков лет 10, да? Ну да, норм. Старый кодекс лучше был. Хорошо, ну в общем у нас сегодня такой быстрый выпуск, потому что ничего, собственно, нет новостей никаких. Вот, встретимся с вами через неделю. Счастливо.